Зачем человеку страховое свидетельство? Что такое накопительная часть пенсии? Почему о ней нужно думать с молоду? Сегодня эти и другие вопросы объясняли старшеклассникам специалисты пенсионного фонда. В России прошел день пенсионной грамотности. Из чего состоит пенсия, что такое СНИЛС и как сделать свою старость обеспеченной? Сегодня об этом рассказали старшеклассникам специалисты городского отделения пенсионного фонда. В России прошел день пенсионной грамотности. Цель курса – повысить пенсионную и социальную грамотность молодежи. Да, я думаю, что стоит подумать о пенсии в данном возрасте, потому что обеспечивать свое будущее надо уже сейчас. Если сейчас не подумать, то кем ты будешь, когда уже состаришься? Сегодня школьникам рассказали об их будущих пенсионных правах, а также о способах увеличения пенсии, в том числе и об участии в программе государственного софинансирования. Специалисты рекомендуют, готовиться к пенсии нужно с молоду.